что, заселяемся в новый отель. Отель Bonadea Beach Hotel. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Мама на море», канале об отдыхе и жизни в Турции. Вы часто говорите нам, что хотели бы посмотреть обзоры каких-то бюджетных отелей. И вот мы приехали в отель «Linz Bonadea», в котором были, наверное, 2 или 3 года назад. И сегодня мы его, соответственно, вам покажем. Этот отель в этом году, что самое главное на самом деле, почему мы, в принципе, и приехали, был полностью реновирован, то есть весь номерной фонд был полностью реновирован. И это здорово, когда вы заезжаете в свежую отремонтированную комнату. Отель находится на первой линии, в Кемере, и море здесь как будто просто впадает в сам отель. Это очень здорово. Поэтому без лишних слов приступим к обзору. Итак, друзья, давайте посмотрим завтрак в отеле Linz Bonadea Beach Hotel. Алиса берет себе любимые сосиски. Яички, картошечка фри, овсянка, помидорка, буреки, семит, оливочки. Колбаска, белая колбаска, сыр. Соус тахиновый, вареница, жарятся. И вот у нас еще есть летняя верандочка, то есть три уровня, три зоны ресторана. И вот дальше мы проходим по территории. Смотрите, друзья, отель работает по 4-звездочной системе, значит, по формату all inclusive. Есть здесь поздний завтрак, завтрак с 7 до 10, обед, время пиде, пиде, соответственно, будет с 4 6 до 4, время кофе и чая, ужин, ночной суп, местный алкоголь, ночной суп даже есть, и алкогольные напитки подают до 11 часов. Что, друзья, сейчас жара очень сильная, здесь 45 градусов, поэтому мы заснули в нашем номере и пропустили время пиде. А сейчас я вам покажу, какие здесь есть напитки. Вот в этом баре у бассейна, хотел сказать, это бар прямо у моря. Вон оно, море. Это вот большая желтая штука, и это лимонад. Я его пью, и он очень даже неплохой, но довольно сладкий, поэтому попросила добавить сюда минеральной водички, и получилось вообще отлично. Так, здесь можно попить чай, чайку разного, кофе есть, капучино растворимый, водичка в свободном доступе, как в кулере, так и в стаканчиках. Капусту принесли. Эти вот все радости жизни, они, конечно, за отдельную плату, но есть вино и есть разливное пиво, вот такое. Есть Пепси, Кола, Спрайт. Ну что, друзья, после пенной вечеринки мы заселяемся в свой номер. Сейчас я вам его покажу. Заселили нас 12 часов, освободили номера, заселили. Давайте смотреть. Есть очень важный момент, что в этом году
номера в отеле Bonadea Limas Bonadea полностью были реновированы, сделаны в современном стиле, поэтому любители этого отеля, я думаю, вообще такому событию обрадуются. Смотрите, как симпатично. Давайте смотреть подробности. У нас стандартный номер на троих, все в таком приятном стиле, зелененькое дерево, немножко золото, вот немножко, немножко так золото, красивое белье. Здесь вот зона с телевизором, подсвеченное зеркало, есть такая зона для того, чтобы поработать, сделаны выключатели всего этого добра. Очень симпатично. Холодильничек. Мини-бар. В мини-баре 3 водички на каждого из людей, заселившихся в номер. Так, здесь такой вот большой шкаф при входе. Сейфы здесь платные. Есть дополнительная подушка и дополнительное одеяло. Сейф он здесь, написано, что платный, то есть надо брать ключ. Так, полностью сделана новая ванна, это вообще супер, заменены, вот тоже новое, очень классно, когда все новое, зеркало, и вот здесь вот такая довольно просторная душевая кабина. Но, кстати... Так, у нас боковой вид, боковой на соседний отель. А вот здесь тихая зона спа, все зелененькое. Вот таким образом все здесь устроено. Столик и большой балкончик. Так, и вот номер у нашей большой компании. Кушетку еще нужно попросить застелить. И у них классный вид на весь отель, прямо на море. Большой балкон. Ну, по стилю все то же самое. Ну что, друзья, идем мы на обед в отеле Bonadea Limas, который находится в Кемере. Это 4-звездочный отель. Смотрим, какой же он 4-звездочный обед. На обед можно попробовать винишко. Красное-белое встречает. Ну, давайте посмотрим по блюдам. Рис турецкий. Алиса очень любит такой. Курица. Наггетсы. Салат из капусты классный, и такой еще капустный салат, он даже готовый, перец, кстати, перец болгарский, не всегда они есть в 5-звездочных отелях. Свекла, оливки, десерты. Абрикосики, тыка. Пирожочек хочешь? Такая система здесь. С пирожочками, с чаем, с кофе. В общем, сидим в тенечке, отдыхаем, пьем минералочку с лимоном. Дима, вот пиво пробует, да, тестирует. Вот знаете, как пиво? Хорошенькое? Вот уже Юля пришла. Главное с этой штуки пип-пип-пип на землю. Нет, пип-пип-пип на землю. А вообще говоря, раньше моряки в таких штуках спали. У них же качка была, и вот такие были натянуты гамаки. И вот в этих гамаках они и спали. И в качке они тоже раскачивались. Вот.
9:59. Все уже ужинают, а мы только идем одеваться. Смотри, смотри. Да, смотрите, красиво. Здесь украшают так. И плавать нельзя вечером. А вот смотрите, такие столы ставят красивые. Давайте быстренько переоденемся и пойдем на ужин. Так, на ужин у нас через... Алис, не надо так делать. Ну ты что? Веди себя прилично. Баклава. Турецкие сладости. Начнем с сладости, как говорится. Арбузик. И бурек с сыром. Донер. Ну и пройдемся по горячему. Курица. Это вот ичи кёфте. Баклажаны я такие люблю. Ты взяла манты? Да. Тебе нравятся турецкие манты? Я попробую. Хорошо. Так, и вот такая вот рыбка жареная. Супчик. Мерджемек суп и изагилин. Пешки. Баклажанчики. Рыбные, не знаю. И овощи.